Задержанные во время перестрелки в селе Шамалган начали обвинять в пособничестве преступным группировкам бывшего замначальника ДП Алматинской области Нурбола Назарбаева. Сам Нурбол Назарбаев скрывается от полиции. На него дают показания Буэржан Кабжасаров по кличке Копчик и другие, которые уже задержаны по делу о перестрелке в Каскелене. Напомним, Нурбол Назарбаев занимал должность замначальника ДП Алматинской области с 2014 года по 2017 год. С 2017 года он председатель наблюдательного совета инвестиционного фонда Prime Capital Holding. Его отец Балат Назарбаев, младший брат бывшего президента Нурсултана Назарбаева, член совета директоров корпорации «Казахмыс», владелец и участник еще нескольких крупных предприятий. Назарбаеву-младшему также приписывают организацию контрабанды из соседних стран. Напомним, в начале марта в селе Шамалган произошла массовая драка с участием 30 человек, жителей Ушканырского и Айтейского сельских округов. В конфликте участвовал и Кабжасаров, которого называют одним из приближенных семьи Балата Назарбаева. Сельчане, невольные свидетели конфликта, утверждают, что участники инцидента открыли стрельбу по полицейским.